Баранина, приготовленная по этому рецепту, получается очень сочная и аппетитная, а аромат цитруса придает некоторой пикантности. А мультиварка отлично подходит для длительного тушения баранины. Сочная нежная баранина, приготовленная в мультиварке, отличное блюдо для торжественного застолья. Готовится, конечно, долго, но мясо в итоге просто тает во рту. В качестве специй рекомендую добавить карри. Готовьте на здоровье. Баранина – 1 кг. Лук репчатый – 3 штуки. Апельсин – 1 штук. Соль – по вкусу. Специи – по вкусу. Количество порций – 3-4. Нарежьте крупно лук и обжарьте его в режиме жарка минут 15. Затем добавьте соль и специи. Выложите куски баранины. Добавьте нарезанные апельсины. Подлейте немного воды и включите режим тушения на 1,5 часа. Подавайте баранину в горячем виде с любым гарниром. Приятного аппетита!